На Олимпиаду в Сочи отправятся сотрудники Новокуйбышевского завода масел и присадок в составе делегации нефтяной компании «Роснефть». Путевки им вручили во время подведения итогов года. 2013-й стал для предприятия юбилейным и оказался насыщенным на победы. Одна из важных – ввод в эксплуатацию новой технологической установки, отвечающей всем современным требованиям. Это позволило предприятию значительно улучшить качество базовых и товарных масел. Подробнее Дарья Болгова. Подводить итоги юбилейного года гораздо интереснее с мандаринами, праздничным настроением и поздравлениями решили на Новокуйбышевском заводе масел и присадок. В начале фильм «История предприятия за 15 лет». Одним из самых насыщенных оказался прошедший год. Событий много. 5 видов масел и 3 вида присадок отмечены знаком 100 лучших товаров России. Завод в призерах главного экологического конкурса региона «Эколидер». Лауреат национальной премии «Экономическая опора России» и лидер инноваций. В числе производственных достижений – ввод в эксплуатацию комплекса установки вакуумной трубчатки. 23 июня она была выведена на нормальный технологический режим. В течение месяца был проведен опытный промышленный пробег установки. Достигнуты планируемые показатели. Сейчас установка работает на нормальном режиме. Сами готовим уже себе сырье. То есть для дальнейшего приготовления масел получаем масла с теми показателями, именно которые нам нужны. Внедрение новых технологий – событие значимое не только для завода, но и для развития отрасли в регионе. Сотрудники предприятия, отличившиеся при строительстве и вводе в эксплуатацию нового комплекса, получили награды от губернатора Самарской области и Министерства промышленности и технологий. Самая долгожданная часть – вручение путевок на Олимпиаду в Сочи. 4 дня в эпицентре событий главного спортивного события мира. Чувствовать дух Олимпиады. Это большая удача, большая удача. Когда увидишь все живьем, это не то, что на этом телевизоре на диване, а когда ты ощущаешь борьбу, накал, все это надо просто быть там, ощущать это. Настрой на 2014 год у завода тоже олимпийский. Освоить рекордное количество инвестиций компании «Роснефть» в рамках программы развития, увеличить ассортимент продукции и расширить географию поставок не только в России, но и за рубежом. Дарья Болгова, Егор Майоров, «Новости губернии».